Я бы очень хотела огромное сказать спасибо вообще Ердему, который нам каждый раз, ежегодно, ежемесячно приводит всякие продуктовые наборы. Вот эту картошку. Это очень огромная помощь. Наши пожилые очень радуют. И вот в течение всего года, понимаете, они каждый раз говорят нам спасибо. Уже Вот, и вам спасибо огромное. Спасибо большое, хотел сказать фонду Ярдем. Во время пандемии это очень хорошая поддержка для семей инвалидов. Мы инвалиды, ветераны труда. Очень благодарны за такое внимательное отношение к нам. Особенно в наш пожилой возраст. Нам это очень приятно. Спасибо вам огромное, что вы помните нас, не забывайте наш труд, наш возраст и вообще нас, людей.